Ребят, всем привет-привет, всем доброго субботнего вечера. Сегодня мы с вами снова выйдем онлайн, и сегодня мы снова копаем. Как вы все помните, мне нужно выкопать на оплату аков. Покопаем мы сегодня АБЦ руны. Возможно, слетаем на Луну, потому что у нас тут недавно Луна вышла синего цвета. А это очень хорошо, потому что там довольно-таки дорогая руда. Всем привет, всем с добрейшего. Денис, привет-привет. Запад, привет. Кобзон, привет. Всех рад вас видеть. Присоединяемся. Вот, ну я уже флотик, в принципе, создал. Так. Сейчас музычку настроим, чтобы она не мешала никому. Такс. Флотик я прокинул. Сейчас мы быстренько еще сделаем вот эти вот все манипуляции, которые мне нужны. И будем вылетать. Так, мне надо вот этих ребят всех добавить в watchlist. Всех переключить на Intel. И добавить Рорку в watchlist. В принципе, все. Окей. Никак нет. Какой слив? Фарм и только фарм. Никак нет. Какой слив? Фарм и только фарм. Ну да, да, да. Надо фармить, пока фармится. Тут сейчас, блин, еще такой момент один. Насколько я понимаю, гуны улетают на север. Какой-то движ начинается. Как бы сейчас снова не началась крупномасштабная война, тогда будет очень тяжело копать на Рорке. Но будем тогда что-то как-то выкручиваться, я не знаю. Парпоиск будем выгонять на копку. Вот, потому что может получиться так, что флотов спасения не будет, и какое-то время мы опять будем копать на парпойках. Ну, хотя, в целом, меня это не пугает, а даже наоборот, как бы, я тогда попробую копать газ. Очень доходная тема. Это будет некий стимул, короче, этим заняться еще раз. Так. Цинка я уже буку сделал. Все, потихонечку андокаемся. Чек-лист сделал для оперативного отражения нападений. Ну, проработал в голове. Для себя как бы сделал тоже. Но я готовлю ролик с разбором ошибок. И в скором времени я его публикую. И там вот именно все по факту, по полочкам, что я не так делал и что так делал. Вот, поэтому разберем. Ну, какие-то анимации новые, что ли, появились. Угу. Все, стопаемся. И давайте по три лопатки аккуратненько андокаем. Да, я растерялся в прошлый раз. Но и как бы я не совсем прям был уверен, что на меня какой-то, я не знаю, как... Как-то все нереалистично выглядело. То есть прилетела сначала ретриба, что-то повертелось, покрутилось вокруг меня, потом флойка, херетик бублю дунул. Я думал, ну может быть так, просто из-за вредности. Ну как бы и все. А по-хорошему, да, надо будет сразу перефичиваться первым делом. Так, давайте регрупп сейчас сразу сделаем, чтобы никто никуда не улетел. Угу. Угу. Все, ребят, я сейчас сыночку уведу. Соседочку. Мне надо убедиться, что все нормально.
Так, мне нужно слушать Рита, да? А, так куда будут капитал прокидывать? Или ты думаешь, что тебя здесь титанами деф... Так куда будут капитал прокидывать? Или ты думаешь, что тебя здесь титанами дефать будут, что ли? А, ну, тут как бы капиталами сейчас не дефает никто. Деф происходит на редимерах. Там такой довольно-таки... Так, сейчас, секунду, ребят. Не надо. Ладно, я сейчас вот так сделаю. Сейчас оценочку чуть уведу повыше. Так, ну поэтому для копки Рорка почти ничего не изменится. Ну, в целом, да. По поводу копки в конт. Хорошая тема, спасибо за подсказку. Блин, вот да, я как... Ну, это даже спасибо не мне, а спасибо ребятам, кто смотрит стрим, потому что мне вот также в чатике подсказали, показали, поэтому... Да, удобная вещь, очень сильно экономит по времени. Варин, пойдешь на Луну? Пойду на Луну, но вне стрима, потому что там копают сейчас ребята с Акорпа наши, и они прям... против того, чтобы с ними копал стример, который ведет стрим. Ну, я никаких возражений насчет этого не имею. Все, просто на Луну пойду после стрима. А сейчас покопаем АБЦ-шные руды. Тут у меня из аномалек получается на данный момент Enormous, но его уже копают. Есть ларджовый гравик. Ну, кстати, я сегодня вот в таком настроении. Я прям, наверное, и после ларджового как выкопаем. Полетим, покопаем астероидные бильты, так скажем. Мне вот как-то в прошлый раз так понравилось, если честно. И руды там нормально в них. И как бы некогда скучать, так скажем. Пойди на паблик Луны. Да нет, там Луна просто, которая сейчас вышла, она синий взрыв, она довольно-таки, ну, профитная. Вот поэтому я ее, ну, прям хочу покопать сегодня. Вот, а который паблик Луны, видишь, паблик Луны, в чем еще суть? Паблик Луны, они не для копки роркой. То есть, если вот мы посмотрим сейчас какие-то атонорки, да? Паблик, паблик, вот паблик атонорка, да? Она пишется barges only. Любая, ну вот я вот сколько смотрю здесь, у нас все публичные, они barges only. Поэтому там нет возможности покопать ее роркой. А тебе, кстати, насчет стрима того, как тебя дефали с Акорпой, мы ничего не говорили? Ну как? Они меня с Акорпой дефали. Понимаешь? Первый, кто прилетел мне на поддержку, это были вот с Акорпы мои. Они отстрелили этих дикторов, что дало мне возможность улететь. И так как я сделал бы пинг, собственно, прилетели ребята с Бихаева уже на редимерах. Если бы там был, я не знаю, какой-то большой бы дроп чего-то, они бы, я больше чем уверен, с ними со всеми разобрались. Такс. Ну все, мы висим. Глазки у нас есть. Давайте полетим тогда уже на непосредственно на... А, сейчас, секу. Давайте, чтобы ошибку не допускать, которая прошла. Опа-на! А у нас тут две сиги, ребята. Давайте мы не будем допускать. Не будем допускать мы самую важную. Сейчас я покажу. Подождите, я убежусь, что тут система не палится. Ага. Вот, у нас две сиги. Поэтому мы полетим-ка их сканить. Я что-то сразу не посмотрел, блин, сорян.
Но допускать я прошлых ошибок не буду. Поэтому надо просканить. И какой профит на паблик лунах у вас? Я не понял, честно, вопроса. Перефразировали, как понять, какой профит на паблик лунах? Ну, такой же, как везде. С той гарантией, что на паблик луне, ты можешь спокойно брать парпойз, баржи и копать их. Потому что рорки запрещены на паблик лунах. И это делается для того, чтобы новички, у которых нету рорки, да, чтобы они могли копать луны для себя. Иначе... Ой. Цибульба, спасибо за поддержку. Спасибо большое от души. No спасибо, дружище. Just hello. Без вопросов, просто привет. Привет. Спасибо большое за поддержку. Thank you. Так, давайте начнем сканировать. Сейчас я пробочки выкину. Отличаем от татары. Так, а что делать, если это все-таки дырки? Хотя я не уверен, что это дырки. Ну, без сжималки, ну да. Ну, ты можешь, в принципе, в рорку копать. Ой. Можно копать в рорку. Ой, в орку. И нет-нет, там на один цикл ее заводить на сжим. Но я тоже этот вопрос как бы вот, ну, узнавал. Я говорю, а почему нельзя вот, ну, если никто не копает паблик луну, и вот она барж сонли, да? Мне сказали, что это именно такая политика для того, чтобы все абсолютно могли майнить. Ну и в целом тут тоже понять можно, если так-то разобрать. Лун-то хватает всем на самом деле. Не публичных лун. То есть у нас и карповые есть луны, и лоукосты. Лоукосты очень часто проводятся, поэтому как бы это не проблема. Блин, хоть бы не в ИХ-шке, а? Александр Евгеньевич, давно в Еву не заходил, хоть посмотреть. Тоже люблю майнить флотом. Ну да, присоединяйся, наливай чаек. Ну, сейчас высканиваем сигнатурки, которые тут появились. Блин, конечно, две штуки это прям много. Все же есть вопрос. Что за микрофон? Звучит неплохо. Это микрофон довольно-таки старенький, но качественный. Blue Yeti называется. Ой. Blue Yeti. Вот такая штучка. Он USB-шный, не DSLR, но мне это даже удобнее в чем-то. Плюс очень много настроек имеет. Короче, советую. Сой сейчас, наверное, в районе, может быть, баксов 100 на БУ рынке. У нас Скорпе около 40 лун. Алексей Соловьев, Юра, привет, удачи. Спасибо большое, спасибо, я тебе тоже. В Карпе, да, лун много. На самом деле, очень много. И причем не только в Делве. Это как бы че ж так плохо сканятся они? Но скорее всего это значит не ВХ. Потому что ВХ бы, наверное, уже высканилось. А, информационный район, все. Давайте его досканим. Это, наверное, датка, да? А может, мы сразу и пройдем сейчас, да? Попробуем, по крайней мере. Че добру-то пропадать? Лопаты, правда, ждут.
А лопаты куда полетели-то у меня? Чё за прикол, я не понял. Лопаты, вы чё? Вот хорошо заметил я, а? Эти вообще улетели. От каламбур. Я рорку задокал, блин, и они, короче, все просто... Кто куда глядел, туда и полетел, блин. Не, давайте, наверное, лучше сейчас, чтобы этот, я их все на кипчик отправлю. Потому что что-то какой-то кошмар. А еще потом с кипчикой их соберу. Блин. Так, все, это получается датка одна, да? Давайте ее пройдем, наверное. Да, мы ее пройдем. Включаю варп двигатель. И потом тогда сразу вторую еще пройдем. Тыкать важно точку, которую сваришь, более точно будет. Все понял. Я в амоках. Удачи со стримом и скобкой. Тут кто-то еще видосы снимает про Евку. Лайк. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо, ребят. Так, даточка. Давайте даточку мы... Я, правда, штук 5 их всего проходил за всю свою жизнь. А вот тут вот хрен поймешь, как правильно делать. Короче, я не знаю. Я тыкаю просто потому, что тыкаю. Все, проиграл, да? Нет? О! Серьезно? Боже мой. А что произошло вообще? Я просто не совсем понял, что вообще произошло. О, боже мой. Ну что за нуб-то, а? Блин. Как неудобно-то вышло. Как неудобно-то вышло. Так, что тут у нас? 120 кубов. Надо подобрать лут, да полететь, блин, этот. Включаю варп двигатель. Если название на английском, лучше не трогать, если неопытный. А что произошло? Питбуль, привет, привет. Давно, слушай, давно тебя не видел. Очень рад, что ты зашел ко мне на стрим. Получается, что она взорвалась очень сильно, эта штука, из-за того, что я ее не открыл? И поэтому лопнул, да, у меня коврик? Яйцо красивое, да. Сам выбирал. А чё, и это, а, слушай, а на чем тогда их сканить надо, чтобы вот такой фигни не было? Что-то я не совсем понял. Ну типа ты прилетаешь на датку, вроде это максимально безопасная штука должна быть. А получается так, что тебя просто тупо лопают. Ну такое себе, да. Так, на чем нам подобрать? 120 кубов там, да? 120 кубов. На Иштаре подберу. Подберу.
Ну, сорян. Сорян. Я, если честно, никогда сканом не увлекался, но что-то, ну, прокачал вроде там. Пробовать. Включаю варп-двигатель. Надо знать просто нюансы, я, может быть, и не лопнул бы. Сейчас быстренько коврик я такой же пересоберу. Да, что, полетим в вторую, высканим эту. Высканим вторую сигнатуру, что там у нас. Скорее всего, это тоже какая-то датка. Но чтобы убедиться прям точно. Так, все. Варп-двигатель. Ну, сейчас быстренько на стилетке смотаемся. А зачем на стилетке? Мне на яйце надо лететь. На яйце надо лететь, и я сейчас все-таки яичко, наверное, переперебую. От греха подальше. Получено. Блин, а вообще в нулях с даток какой-то более-менее доход получается хороший или нет? Кто сканил в нулях, вот прям, что прям сканил? Так, давайте яичко переобую. Все, я перебыл, нет? Ага, все нормально. Все, полетели, сейчас быстренько коврик соберем. Высканим эту сигнатурку. Уже проходить не буду, чтобы время не терять. И полетим копать. Прям хочется уже покопать. Лямов 100-200 в час? Ого. Ого. Так это получается что? Даже выгоднее майнинга получается. Ну, если говорить в рамках одного окна. Но правда, наверное, сканить даже в 5 окон не получится, да? А, то есть еще даже так. Алексей, понял. Смотря в каких нулях сканить. Нули нулям рознь. Да, я так и понял, что, блин... Ну нереально сканить в 5 окон, это включаю варп-двигатель. Никоим образом не получится. Nobody. Ну в неделю лям можно оформить. Но там как лотерея. Бывает день ничего не зарабатываешь, а потом по 300 лямов задатку. Ого. На самом деле это и неплохо, что так сделали. То есть ты сканируешь, и у тебя есть такой вот, да, азарт. Эффект казино, да, как ты говоришь, эффект лотереи. Оно, наверное, этим и подстегивает. Хотя, я, честно, еще не знаю людей, которые бы вот чисто вот летали и сканили. А, нет, кто это? Кто-то же стримеров, да, из моих коллег по Еве? Херон, да, по-моему, этот сканит. Ну, прям вот, прям на постоянной основе. Макс Гонзалес, йо-йо-йо, привет-привет. Привет, рад тебя видеть. Варп-двигатель. Я, кстати, выучил флайкетчер. Сегодня пригнал его уже в свою домашку.
Не слушайте людей, слушайте УННВ. А, да, наш Коля сканер. Я не знаю таких. Так, тут у нас, короче, это кто? Рушинг. У нас, короче, гости в Игрико. И чё, получается, Разрешение получено. А, и он уже ушел. Так, надо отметочку сделать вот эту, ребят, потому что был логин и был разлогин. И, как правило, это очень часто делают дропперы. Очень часто это делают, блин, дропперы. А возможно, это ВХ-шка. Вот эта вторая сигнатурка, возможно, это ВХ-шка, да? А в чем разницу, не пойму. А почему проба? Не проба, блин, вот я этот. Как Галенский, как называется? Нет, он не сканит, он нахера не попадает. Бакс, что скажешь о ноу валью? Ничего не скажу. Я не знаю даже, кто такие. Без понятия. Ой, блин, как же называется Галенский коврик? Гелиос, точно, точно. Спасибо, Гелиос. Гелио, вот. Так, ладно, коверцина мне не нужна. Бакс, no value это типа какие-то альянс какой-то. Все, полетели. Быстренько просканим. Я переживаю, как бы там все-таки не было этот вармхол. Будет не очень хорошо. Включаю варп-двигатель. А чё за фигня? Почему пробок нету? Да ёпарасоте. Я походу сам затупил и забыл про пробки. Медведь белый кричит, по-моему. Медведь белый кричит, по-моему.
Я тебя не понимаю. Что-то, если честно, возможно, мы в какой-то разной реальности чуть-чуть доходимся. Какой медведь? Где кричит? Зачем кричит? На кого? Что происходит? Разрешение получено. А, все, блин, ну, о. Ну, понятно, понятно, сорян. Слушай, ну нет, я не знаю. Мы как-то не пересекаемся. У нас в основном, если мы куда-то что-то летаем, на слуху хурда. Валю — это сокращенно не валяшки. Противостоят нулях альянсам злого Херона и зергам. А, ну может быть там. Ну что-то... Зерги меня как бы вообще немножко удивили. На крайнем вылете беста. Такое себе. Так, нам надо что? Нам надо, получается... Комбатки. И простые, да? Ну, что 50 тех. Комбаток возьмем. Все, гуд, полетели. Сейчас вроде как все есть. Так, секунду. Что тут мне дают? Какую-то награду дали мне. Угу. Все, полетели. Кубро, как дела? Алексей Юрьевич, привет, да все хорошо, все лучше и лучше, спасибо. Как твои делишки? А что там было? Расскажи вкратце. А где было там? Включаю варп-двигатель. Корки. Про что ты спрашиваешь, Мэн 85? А что там было? Расскажи вкратце. Расскажу про что, просто объясни. А, ты про зергов? Там ситуация была такая. Бист летел, наткнулся на зергов. Они, короче, не хотели с ними, ну, как бы, в ПВП вступать. Он, короче, Кракену пишет. Типа, давай я тебе сейчас лярд закину, компенса. Просто выйдите, подеритесь. Тот, типа, пишет, давай. Бист кидает лярд этому ФК. А ФК что делает, короче? Сажает всех на ибисы. И прилетает, короче, фатится с бистом, ну, типа, на ибисах. Бист говорит, давай я тебе сейчас, ну, раз вы боитесь так настолько, типа, давайте я еще вам 2 лярда закину. И вы нормальные корабли садитесь, короче, и, этот, подеретесь со мной. А бист был, по-моему, на Кроносе, да. В итоге бист кидает еще 2 лярда. И так никто, короче, не выкатился с ним драться. Ну и он улетел. И получается, зерги мало того, что просто сад и берут деньги за то, чтобы вообще, ну, дать бой кому-то. И получилось так, что они еще и нечестны на руку в плане того, что они деньги взяли, а бой так и не сделали. Вот такая фигня. И это Кракен потом еще до конца стрима, еще часа 3, наверное, оправдывался перед бистом. Типа, да вот там что-то, я вот так думал, вот этак. Ну а по факту 3 лярда они забрали. И, ну, при этом сказали, да, мы сейчас пофайтимся, хорошо. Но так и не пофайтились. И вот после этого у меня как бы... Ну, просто... Немножко не понимаю, зачем было так делать. Тем более Кракена. Ну, что есть, что есть. Говорю то, что видел и наблюдал на стриме. Какую-то оценку давать этому не буду, потому что, ну, ну его нафиг. Ну, просто вот такой факт был.
Неправда. Я все слышал, знаю, как было. Ну, это же есть на записи стрима. Можно же просто взять и посмотреть правду. А, это тоже информация. Все, хорошо, это не эти. Ну, я высканю ее. Чтобы она мне глаза не мозолила. Ну все, у нас сиги здесь нету, но у нас был логин и разлогин. Вот это вот немножко фигово. Здорово, стример, ты все не так разъяснил. Биз давал лярд, и лярд Кракен ему этот вернул. А фатицы, зерги полетели на своих условиях, а не у кого-то на поводу. Да, ребят, без проблем вообще. Я помню просто этот стрим. Я когда смотрел этот стрим прям от и до у Биста. Но мне показалось немножко вообще в целом. Ладно, давайте не будем обсуждать этот. Просто у нас ребята, если вот летают ПВП, вот ФК собирает, вот допустим, им полетели, особенно альянсовый ФК, чтобы что-то там где-то мы застопорились и с кем-то там не давали бой, но такого ни разу не было. Для меня, разрешение, может быть, я чего-то не понимаю. Опять же, я не ПВП-пилот, абсолютно вообще далек от этой темы, поэтому... Если вы разъясните, как правильно, как неправильно, я хотя бы буду понимать... То, о чем. Сталкер, балаболишь сейчас только ты, мне кажется, потому что народ может открыть стрим Биста и просто посмотреть и посмотреть, как все было. А было все именно вот ровно так, как я сказал. Ничего не приукрасил, ничего не придумал, абсолютно пересказал стрим там с какой-то минуты по такую-то минуту. Такс, мне надо перекинуться на другой клон. Я хочу сменить музыку, что-то музыка совершенно не то, что я хочу слушать. Ичибас. Угу. Так, полетели за Ророчкой. Ты сегодня никак не успокоишься, родной. Как вы этот? Вы тогда что-то... этот... Бесту там тоже на трансляцию прибежали, что ой-ой-ой. Вы все говно, а мы д'Артаньяны. Ну что было, то было. Просто, ну, по-моему, вот чисто вот по-моему. Надо было просто пофатиться и все. Без всяких вот этих разговоров про деньги и так далее. Разрешение получено. Если бы они к Бисту прошли, он бы их развалил за 5 секунд. Фул нуба бафы и тому-то. Бист такой себе чел. Я так понимаю, Бист создает нового чара, заливает его банками, и вот за счет вот этого нуба бафа, который дает какое-то там большое преимущество, он может раскладывать флоты, где, ну, грубо говоря, ФК хороший. Возможно. Возможно. Что вы так душите малютку? Он домашку не может найти. Я никому не бегаю на трансляции, просто смотрел. Размеры и упитанность народа могут сказываться. Мало ПВПшников в онлайне. Кто-то подумал, кто-то не подумал. Просто Бис, как обычно, хотел сделать так, что он самый топ и жир. Не, ну, мы же, наверное, не будем никто отрицать, что Бист как ПВП, тем более соло ПВП, это, ну, реально один из топовых игроков, который знает очень хорошо механики, как все устроено, как вообще происходит боевка, то есть, ну, тут в этом к нему вообще нету никаких вопросов. Бист красавчик в этом отношении.
Просто, ну это же игра, и мне кажется, допустим, висеть где-то там гангом, но если ты ведешь ганг, ну допустим, если я когда-то начну, допустим, там, водить, да, ганги, мне кажется, любой бой нужно принимать и как, выносить оттуда какую-то аналитику, какой-то опыт, да? Тут недавно Бис прилетал в наши системы, банки снимал. И, кстати, никто особо на него не формился даже. Меня это ж удивило. Почему-то не стали, короче, фло даже фармить под него. Возможно, да, действительно бесполезно. Так, так, полетели, короче, все. Задолбался я уже летать туда-сюда. Хочу копать. Хочу копать. Включаю варп-двигатель. Я теперь вот, блин, буду переживать насчет этой вот... насчет вот этого логина-разлогина. Немножко мне не нравится. Кракен, и ты сюда пришел. Да ничего я не говорил, что ты там не дал. Я знаю, что Бис тебе 3 лярда перекинул. Я помню это на трансляции. А что там вернул, не вернул, я без понятия. Приятного аппетита. Шашлычок — это хорошо, святое. Ай, боже мой. Слушай, вот когда бывает какая-то простая ситуация, ну, может подрывать, да, допустим, долго очень. Слушай, бой в этом же стриме, наверное, под конец было или когда? Он к тебе все-таки вернулся? Насколько я помню, в чет, по-моему, не было боя. Надо посмотреть запись. Кракен, а зачем ты лярд брал? Вот, вот у меня единственный вопрос. Единственное, что я не понял. Просто по фану. Так, погнали, короче, мы копать. Вот, вот и хорошо, все довольны. Вопрос решился. Я единственное не понял, почему, зачем вообще надо было брать лярд, если вы и так вылетели флотом. Да нет вопросов никаких. Я же говорю, вопросов нет. Просто я не понимаю, зачем брать лярд. Так, полетели дальше. Ну, ребят, сейчас расставимся быстро. Кракен, давайте тему эту замнем. Брал, не брал, все, все довольны. Ты же написал, все, вопрос решили. Я думаю, это
с Мишей надо вопросы решать эти. Просто был, ну, был кринж, ты его устроил, все довольны. Я этот кринж вспомнил, он у меня долго еще в памяти будет. Ну как бы, а как ты хотел? Кринж есть кринж. Зато о вас многие говорят сейчас. Давайте обмен подберем там. Дают, бери, бьют, беги. Все правильно. Твои сообщения про зергов я видел, если что. Удачи тебе. Да, спасибо, конечно. Спасибо. Тебе тоже. Кракен пишет, что бой они дали. Я просто, если честно, не помню, когда они бой давали. Может, кто-то тот стримчик смотрел? Они реально давали бой? Может, кто-то глянуть? Возможно, не вне стрима, а где-то. Привет, а ты копаешь в NPC Space или нет? Нет-нет, я в клаймовых нулях копаю. Да, он чешет, это желатик. Но вот это сообщение. Твои сообщения про зергов я видел, если что. Удачи тебе. Это типа... Человек обиделся на меня. Хотя я же не сочинял ничего. Просто вспомнил, пересказал то, что я видел на стриме. Мое отношение к этому. Чего обижаться? Не надо было тогда кринж устраивать.
Так, все, наконец-то выставились. С обиженным знамя. Ну, воду возят на них, да? Водовозы. Цикл зашли. Вот так вот. Давайте сразу сейчас прожмемся. Так, ну тут у меня еще с прошлого раза получается, да, было. Пиши еще раз, ты был занят, я не увидел. Можно будет на днях с тобой покопать? Фрибрейн, да, я думаю, да. Давай попробуем какой-нибудь. Я думаю, можно будет со всеми. Я подниму флотик. И вместе покопаем. Ребята из зергов, не обижайтесь, мы же любя. Ну, на самом деле, да, зерги, если вы смотрите стримчики мои, никто же за вас ничего не говорит. Кринжик просто, ну, устроили кринжик, вы же сами его устроили. Он разошелся, причем по множеству людей. Ничего страшного в этом нет. Если что, 9 лопат, но все ты один. Да, ничего страшного. Под рурочкой покопаешь. У меня бонусы, ну, вот, довольно-таки неплохие, да? Я тут в Дискорде, у нас драма небольшая. Я бы в целом
Так, 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 чек, 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 чек. Тут. Сержа, выходим. Опять это какой-то залогин был, а? Бесит меня. Что-то сегодня прям совсем фигово копать, походу, будет. Субботний вечер. Так, ну все, лопаты ушли. Уже хорошо. Смотрим под скан. Апак мочало. Ну мы, кстати, здесь у нас еще хорошо. Да, то, что я не на очевидной аномальке. Блин, ну всего там на 180. Линки, точно. Кстати, давайте проверим. Я вроде настраивал. У кого баллы канала есть? Там есть кнопочка сейчас. Выключить линки. Попробуйте кто-нибудь прожать. Просто это будет должен звук вывестись на стрим. Чтобы вдруг, если я забыл, вы могли мне напомнить. Забыл про линки. Соня, ты всё, же, ну, спасибо. Не май, что такое, то опять. Выключи ты уже эти линки, наконец. Все, хорошо. Теперь я точно... Опять забыл про линки. Соню, ты же, ну, понимаешь, что такое, то не опять. Забуду. Выключи ты уже эти линки, наконец. Ты опять забыл про линки. Соню, ты же, ну, понимаешь, что такое, то опять. Выключи ты уже эти линки, наконец. Так, улетел. Точнее, не улетел, даже разлогинился. Разлогинился. Так. В целом можно, наверное, покопать. Продолжить, да? Но меня напрягает, а то он по-любому сейчас, скорее всего, считал. Кто чем занимается, но я тут не один. Что же делать? Так, давайте сейчас так сделаем. Мы 5 минут. Включаю варп-двигатель. 5 минут мы повисим. На андоке. Если все нормально, вернемся. Так, стоп. А, ну все, он на приварпе. Все. Вернемся, докопаем. Просто, да, я насколько знаю, это, ну, не единожды было. То есть, когда происходит такой вот логин, считывают, кто, короче, фармит в системе, там, если Мазера, там, может, этот Дредок, да, фармит. И потом, через минут 5, там, 10, происходит за логин какого-нибудь бобра с цинкой. И сразу же летит он ловить, дропать. Так, кстати, у меня даже на недавнем стриме такое было, что мы прям пропалили, как происходит. Ты
Коба Рейдж, Коба, привет, привет, привет. Слушай, тоже тебя давно не было очень. Здорово, здорово. У меня у одного стрим подвисает. Ну, кстати, ребят, не может такого быть. Что, прям сильно подвисает? Вроде как не должно, потому что у меня по ОБС-ке все прям отлично. Потери кадров нету ни по сети, ни по отрисовке. Так, я, кстати, хотел пока посмотреть. Давайте пока посмотрим. YouTube начал сильно лагать, я перешел на Twitch. Тут вроде норм. Все, понятно, блин, капец. Сейчас проверим YouTube. Да нет, ребят, вроде как нормально по ютубчику все. Качество трансляции отлично. Ну ладно. Бывает, это все-таки стрим. А стрим не всегда. Так, я хотел посмотреть импланты на копку. Так, орудийная ракета, переработка. Вот, добыча, переработка. Десятый. Так, этот получается, что делают? Так, это на газ. Ну, кстати, тоже надо будет, кстати, ставить себе. Угу. На переработку, окей. А вот он, Миша, да? О, да, вот он, Миша. И он, получается, у нас встает в седьмой разъем. А у нас стандартный стоит в десятом. То есть мы, получается, делаем, грубо говоря, вот этот, если ставим MX-105. Они, кстати, почем, сейчас посмотрим. Блин, ну Миша, наверное, лярда 3 стоит, да? Скорее всего. MX-105 стоит... А, ну не так дорого, кстати, 140 лямов. Вот мы можем ставить, получается, имп плюс 5% и еще Миша в каждую лопату. Тогда мы, короче, на 10% повысим. Ну, опять же, вот на 10%. У меня, получается, 2 цикла. По 2 стрипа забивают отсек для руды на 9000. Грубо говоря, надо смотреть будет, не будет ли такой лажи, что 2 цикла будут переполнять карго. Вот это вот может быть проблемой прям. Так, ну вроде как все нормально. Все. Пока не все, нет, давайте. Сейчас скажу про налог. Сейчас, секунду, подожди, пожалуйста. Я тебе прям точно скажу. Сейчас дракарисы будут на турнире. Так, а где? Сейчас налоги найду.
Блин, раньше был налоговый этот календарь. Хорошо, сейчас, секунду, я посмотрю, у меня приходило письмо с налогами. %10 налог. Полетели. Вань, да, этот понял, 10% налог на копку. Но это того стоит, потому что все-таки у тебя здесь и куча лун, и защита, доступ ко всем системам и со льдом, и со всем подряд. АБЦ копаем сегодня, Вань. Сегодня АБЦ, и я еще хочу на Луну слетать, но чуть-чуть попозже, скорее всего, вне стрима. Так, Александр, сейчас, секундочку, прочитаю. Подскажи, интересно, ты через превьюху уже лопатами работаешь? И еще, на один акт до 3 персов можешь заводить. Могут ли с одного акта все 3 перса быть активными? Да, я через ИВО превью лопатами работаю. Ну... Без нее это вообще в целом многоконный маник был бы невозможен, потому что, ну... Так, и там вторая часть. Могут ли сновака... Нет, смотри, сразу активными быть нет, не могут. То есть одно окошко, один перс. Ты можешь выкачивать, допустим... На одном аккаунте 3 перса под планетарку, ну, вот там это используется, допустим. Но тебе нужно будет перелогиниваться всегда. В одного, второго, в третьего. Дэйв Гейтс, привет, привет. Спасибо за подписочку, спасибо за фоллоу. Так, все, ребятки, выставляемся. Погнали дальше. Пожалуйста, кстати, если замечаете, раньше меня нейтральчика или там минуса, вы тоже мне это стучите в чатик, пожалуйста. Сергей, привет, привет, привет. У нас, короче, тут наша корпоративная луна вышла, и там синий взрыв. И я вот хочу сегодня прям покопать синий взрыв. Но, ребят, там сейчас косокорпы еще копают, и меня попросили... На стриме не копать с ними. Вот, поэтому я полечу, конечно, ее покопать. И я просто запись запишу и потом это отдельным роликом выставлю. То есть, чтобы хотя бы примерно было понимание, какой доход с синей луны. Ну, я так понимаю, там, ну, там хороший буст по процентам добычи. Блин, тут один камешек далеко.
Но мы, кстати, его сейчас будем использовать. Надеюсь. Нет, давайте, ладно, не будем мы его использовать. Ну его нафиг. Вы поняли, Рорка его залочит. Я лучше меркоцит Рорка залочу. Так, сейчас, секундочку, я сообщение вижу. Ну, я сейчас быстренько выставлюсь, чтобы уже процесс у нас шел. Ребят, да, кто присоединился, еще новенький, допустим, не видели, как я копаю. Я копаю в фрейтовый контейнер. Это очень удобно. И всем советую. Как бы на первый взгляд кажется, что типа зачем его таскать, это же геморрой, это лишние какие-то действия, но это прям очень ускоряет процесс копки и сокращает количество вот этих кликов. Ну, погнали дальше. О, тут даже переполнения нету. Все, мы сразу зашли в цикл, хорошо. Так, окей, с процентами норм. Для пассив дохода не думал персом планетарку вкачать после майнинга. Каков реальный спрос на планетарку, если в курсе таких потребностей? Смотри, планетарку сейчас у меня лопаты доучиваются. И планетарочка уже у них уходит сейчас в четверочку. Ну, обязательно это нужно. Почему? Потому что я собираюсь в дальнейшем заниматься производством. То есть и в том числе и капиталов производством. Ну, то есть это по-любому будет. Вот. Касательно спроса на планетарку. Планетарку скупают именно на уровне Альянса абсолютно в любых количествах и абсолютно все. То есть вся планетарка, которая у тебя есть, она просто по житобаю у тебя будет забираться в любых объемах. Поэтому спрос на нее огромный. Но опять же, это если ты будешь там продавать, да, тебе надо. А я как бы хочу именно заняться тем, чтобы для покрытия своих нужд. Для тех же там кап-компонентов и так далее. О, ну ништяк. Мы прям что-то в рассыкал пошли. Так, сейчас все прокинем, и надо будет пожать. Тысяча Е Магдали, прикольно. Да, уже почти заполнился конт. Давайте пожмем. Нажали. Отлично. Хорошо. Реальный спрос на планетарку большой, очень большой. Так, а что следующее? А, ну все, мы прокинули. Угу.
Чё-то сегодня народу прям мало у нас, да? Выходные, все отдыхают. Вот и правильно. А, еще же этот, еще же турнир альянсовый, точно. Да, ребята, все-таки оровские стрипы есть оровские стрипы. Вот эти Т2 кристаллы, конечно, сюда вообще никак не катят, блин. Вроде казалось бы, что думать, да? Ну, Т2, там, их долго очень учить. По всем параметрам они круче намного. А по факту применения, ну, совершенно не применибельная копки вещь. Может быть, если бы я не копал фракционами, а пересел, типа, с Т1, там, кристалл сразу на Т2, я, типа, может быть, не видел бы вот это вот, вот этой разницы большой. Но она настолько прям вот... настолько очевидно, то есть когда я вот копаю фракционниками вот этими оровскими стрипами, потом пересаживаю лопаты на Т2 кристаллы и начинаю реально страдать, то есть я, ну, начинаю испытывать дискомфорт. Поэтому копайте оровскими стрипами и вообще не пожалеете. Так. Ну, я уже говорил об этом, в принципе. Если копаете одной, там, двумя-тремя лопатами, то, да, то вторые кристаллы будут некоторой, ну, как бы, бустом, да, выходом. Но если вы копаете, вот как я, 12 лопат, 12 халков, нет, только на Луну. Почему? Потому что там камешки большие, отходы не так сильно очевидно будут там. А, нет, еще не пробовал, но у меня есть Сокорп, который прям этим занимается прям, ну, профессионально. То есть я, допустим, копаю руды АБЦшные, да, и луны, а он чисто, у него тоже там много окон, и он копает парпойка и эти... Т2 Вентуры, блин, как они называются-то, все забываю. Вот, и он сканит ВХ-шки, вот тут по нашей консоляции с нулей. Туда залетает, набивает, короче, газа, прям много-много-много-много. И там довольно-таки тоже очень интересный доход. Погнали. Кстати, вот тоже там сейчас в Карпе обсуждают ребята. Почему-то говорят, что у Бестава очень много желчи на гунов. Вы не знаете историю этого конфликта? Что не поделили гуны? Либо Бист, что не поделил с ними? С3 или С4 или С5 копает? Насколько я понял, С4 и С5 он копает. Ну там что-то прям очень дофига получается. Он бывает, знаешь, допустим, там какой-то выходной день, утром, допустим, там он залетел... Нашел там то-то-то. Полдня проходит. Ну как полдня там? Ну может там часов 5-6. Спрашиваешь у него, сколько ты накопал? И что-то он такие суммы там говорит. Там 15 лярдов. Когда-то 30 лярдов, короче, там за день. Ну это прям вообще прикольно. То есть тут... Пару дней, грубо говоря, ты прикинь. Покопал и, грубо говоря, купил мазер.
Но опять же, делов много, надо опыта много. Скорее всего, я когда тоже начну этим заниматься, я посливаю, наверное, и не раз флот парпойки с этими. Так, ну, хорошо, что не беспокоит. Так, камешек отлетел, да, один? Давайте сразу прокинем. Угу. Что за дичь? Почему отбампался опять? Да ёпарасоте! Ну как так? Ну вот зачем? Уже не первый раз такая катавасия происходит. Каким-то образом отбампывается рорка от контейнера. Хотя в ноль я вставал вообще там, без движений. И что самое беспонтовое, этот контейнер не тянется трактором. Так-то можно было трактор выкинуть и, ну, типа, подтянуть. А нифига, не тянется он трактором. Придется поджимать сейчас. Ну, ничего. Прожмемся. Так, там нам надо сейчас будет с сиджа выйти. Оп, еще отлетела часть труды. Вот сколько нам осталось? 40 секунд? Ну, подождем чуть-чуть. Не, бис наоборот гунов валит по сравнению с другими нульсек альянсами. Но он переоценивает их хоумдеф, по-моему. Хоумдеф у гунов хороший, только для спасения рорки с паникой. А для рядового краба не очень. Шито, ну блин, я... сам участвовал в Бихайве, ну и частенько участвую, и мы очень часто спасаем, ну вот как, я немножко неправильно выразился, не то что очень часто, то есть при мне, сколько вот я в Бихайве был, все пинги, которые приходили от мазеров, мы все мазера спасали, то есть при мне не было слито ни одного мазера. Опять же, тут какой фактор? Так, сейчас, секунду, подлетим. Все зависит от человека еще, насколько вовремя ты сделал пинг, насколько вовремя ты подготовился, да, там, вообще в голосе сказал, что делать, там, насколько ты слушал ФК и так далее. То есть, если ты готов к этому, ты прошел как бы школу, да, вот эту вот, чек-лист, как вот мы обсуждали, то никаких проблем вообще не будет с спасением тебя. А если как я, допустим, вот на прошлом стриме, вот просто в ступор встал, затупил, все, что можно было ошибиться, во всем этом ошибся, ну, соответственно, да. Какие могут быть вопросы? А, он же этот сейчас. Надо пожаться. Так вот, блин, сбился опять с мысли. Все зависит от того, насколько ты сам как бы готов. Хоум-деф хороший на самом деле. То есть ребята очень быстро формятся там на любую объяву там, о том, что там где-то там затаклен. Если ты все правильно делаешь, то, ну, наверное, для мазеров, я бы так сказал, в 80% случаев все происходит гладко и позитивно.
В Рорке тоже, понимаешь, какая ситуация? Если киллборду открыто и Рорки отлетают, как бы. Но это не говорит о том, что что-то неправильно сделал сам непосредственно там хомдев этот флот. Тут именно основная эта проблема бывает. Вот я говорю, как вот у нас даже Сокор был. Он довольно-таки часто сливал рорки. А почему он их сливал? Потому что он, ну, никак не заботился вот об этих мероприятиях. То есть не было ни цинки своей. Вплоть до того, что он даже, в принципе, как тебе сказать... Но я понимаю теперь, почему, допустим, вот давайте разберем один из случаев. Просто мы с ним разговаривали, как вот как так получилось, что ты слил рорку. Человек сидит, копает. У него нету глазок, да? Вот он просто где-то залетел и копает себе по-своему. Тут, короче, залетают ребята, начинают его тыкать. Он решает, короче, качаться сам. При этом никому ничего не говорит. То есть, вот его уже, грубо говоря, там какое-то время держат. Его уже какое-то время пинают. Он ни пинг не сделал в Али, ни сокорпом не сказал. Когда у него, короче, уже его стали уже прожимать такой-таки сильно, уже потек армор. Он причем... Ну, вот как вот мы с ним разговаривали, практически, ну, там, чуть-чуть армора у него отнялось. И он встал в панику. И, соответственно, сказал только сокорпом, когда паника уже крутилась там 3 с лишним минуты. То есть уже больше половины паники уже прокрутилось. И он только вот в этот момент сказал, только в карпу написал, что вот, меня там таклят, такой-то системы. Вот, ну, соответственно, и получилось, что его слили, мы просто не успели до него долететь, понимаешь? Вот такая тема. А если бы он сразу, вот как весь движ начал происходить, написал бы, тут как бы ребята бы сформулились, и я больше чем уверен, успели бы долететь. Ну, вот я говорю, вот разные случаи бывают, то есть... Но чисто по мне, я вот понял, надо проходить, вот я не знаю, как-то может быть имитировать вот эти, да, дропы, чтобы ты понимал, что надо делать. Но любому рарководу, я считаю, это нужно пройти, как бы такой тренировочный какой-то курс, когда ты вот именно протыкаешь все, и перифит протыкаешь, и тебя там... Желательно, чтобы по тебе ТПС какой-то дали, чтобы ты потанковал, постоял там, в панику встал, посмотрел, как она работает, эта паника. И это намного лучше будет, если это ты как бы сделаешь в тренировке с сокорпами, да? Нежели учиться по ходу дела, когда прилетят, блин, тебе дропать. Но мне повезло в прошлый стрим, реально повезло, то что ребята, которые меня дропали, они... Я не знаю, то ли не особо опытные были, просто то ли их не так много было, но по лайтовому вообще прошло. Могло быть все намного хуже. Поэтому тренируйтесь. Если вы еще этого не делали, просто задачьтесь, переговорите с окорпами, возьмите, как бы вот, проведите тренировочки. Я говорю, будет видео разбора полетов. Вот с тем, что со мной произошло. Я постараюсь максимально, как бы... Алгоритм вот этих, ну, как нужно себя вести, алгоритм этот видео передам. Вроде как я поинтересовался у ФК наших, у посла, мне сказали, что ничего страшного в этом нету, как бы это допустимая информация. Ну, как бы секретов я никаких не раскрою, конечно, потому что их нету, все довольно-таки стандартно. Но опять же, если никогда в пиу-пиу не летали, вот на рорке, допустим, сейчас где-то вот стали копать в нулях, обязательно пройдите вот эту тренировочку, перифитки и так далее. Кстати, я вот пока с вами тоже болтаю, вспомнил, что мне надо депошку запустить.
Так, а тем временем мы уже почти докопали ларжевый этот гравик. Мы почти докопали. Я вот не знаю, мерк надо подбирать отсюда? Нет, там мерка, блин. Ну прям совсем чуть-чуть. Давайте вот эту лопатку вот прям туда подальше. Просто мы в ней будем прожиматься тогда. А хотя, возможно, стоп, возможно и не надо будет мне прожиматься. Сейчас я выставлюсь. Один камешек я уже захватил. Дотянусь, нет? Блин. Дотянусь. Все, стоп, машина. Да, дотянулся. А, нет. Ладно, фигня. Давайте эти прокинем. Да хотя уже все, наверное, туда, на этот камешек. Он вот один в 65 километров, блин, далеко. Так. Сейчас мы вот так вот сделаем. О, ну вот тут прям хорошо. Отлично. Какие-то даже у нас в оптимальчике. Это, по-моему, вот одна из аномалий, вот эта ларжовая, она вот себя вот так ведет. Неудобно, то есть вот этот камешек, я заметил, он практически во всех, вот он так далеко. Ну ладно, тут уже два камня осталось, сейчас копнем. Одинокий крабошип пачкает тех же бомберов и носит за время варпа к нему союзников, как правило. Хорошего стрима без дропов. Василий, спасибо большое, спасибо. Они долго собирались, и ты мог раньше свалить, как Бубль спал первый раз. Да, я помню, да, я уже... Кстати, я этого не видел в процессе, потому что, я говорю, какой-то был ступор. Я об этом вам уже говорил. Но, пересматривая свой стрим, да, я увидел, что я мог отварпать, намного раньше, чем я это сделал по факту. Потому что Бубль упал, я был в разгоне, и мне тот момент надо было просто кнопочку варп прожать, и все, я бы улетел. Да ладно. Так, я, наверное, смысла даже не вижу сейчас другие лопаты туда отгонять. Давайте вот так сейчас сделаем. Тут тоже прожмемся. Тут, скорее всего, уже совсем чуть-чуть осталось. Сейчас как назло еще будет что будет? Как назло будет сейчас этот камень большой. Юра, ты не знаешь, если удалить перса и зарегистрировать по рефералке нового, поступит СП?
Вань, не знаю, если удалить. А, подожди, если. Я не совсем понимаю, зачем столько сложностей придумывать для себя. Возьми просто, создай там новую почту какую-нибудь. Там на Mail.ru, на той же самой, вот под какую-то там лопату. Либо на, либо даже ты можешь аккаунт создать новый на свою же почту постоянную. И все, и СПшки поступят. Ну вот я, допустим, как делал? У меня все аккаунты на определенную почту зарегистрированы. И, соответственно, никаких проблем нету. СПшки приходят. Я все лопаты, которые вот у меня есть, все вот именно по такой системе регал. Ну, то есть, регистрируешь новый аккаунт по реферальной ссылке, и туда приходит лям СП. Привет, скажи, ты на лоукост летал? Да, летал. Но скажу мое отношение к лоукостам. Это все круто, хорошо, весело. Действительно весело, потому что собирается очень много народу. Но у меня очень сильные лаги начинаются. Даже с учетом того, что, допустим, я лоукоста не стримил. Просто там бывает очень-очень много лопат. И очень-очень много ророк. И, короче, когда это все на одной луне собирается, это начинается дико лагать. Даже не потому, что там комп не тянет, а бывали, по-моему, даже этот, как его, скажите. Вот это же есть система в Еве, когда время, короче, становится. Вот эта штука тоже появляется. И поэтому лоукост это, ну, прям очень долго. То есть туда нужно, если вылетаешь, ты как бы, ну, ты рассчитываешь, что ты летишь, ну, часа на 3, на 4 минимум. А не всегда, допустим, там есть, да, такое окошко. Но это очень профитно. Даже с учетом того, что ты отдаешь там налоги за копку. Даже с учетом этого, там, ну, считайте, бывает, что копается 64-я луна, допустим, да. Поэтому я бы на лоукосты советовал летать. Кто в гунах? Но не всегда, не все лоукосты, вот прям, как я говорю, такие логодромные. Бывает, что, ну, там летит человек там 120, да, тогда более-менее нормально. А бывает, допустим, два фулл флота собирается. И, ну, там нереально, короче, лагать начинает. Как я и говорил, да, вот этот камешек крайний, он максимально жирный у нас. Ну и хорошо, нам это хорошо. Пусть камешки жирненькие будут. На одну и ту же почту можно, значит, несколько аккаунтов. Да, без проблем, можно. На одну почту можешь хоть там 50 аккаунтов зарегать. Так, я думаю, мерк мы потом соберем. Угу. Так, давайте, знаете, что сделаем? Я сейчас всех заапроучу. Именно заапроучу. Чтобы выкинуть руду. Еще посмотрим, там, может быть, у нас что-нибудь зарезалось новенькое. Окей.
Можно Switch уже потихоньку выключать. Линки можно выключать. Линки выключать. Вот надо вот, кстати, просто себе за правило поставить. Просто их выключать. Ага. Музычку другую поставим. Юра, попробуй сделать стрим по газу в три лопаты под парпойкой, под оркой и роркой. И сделать сравнительное видео. Блин, вот под парпойкой вообще проблем нету, сделаем. Под оркой, ну, рискованно, но тоже можно сделать. Вот под роркой газ, я не совсем понимаю, каким образом. Я, насколько понял, газ, он же ВХ. Соответственно, ты предлагаешь мне пробросить рорку в ВХ и... Блин, я не знаю. Пока резервной рорки я... не соберу, пока резервной рорки не будет. Я такие эксперименты делать не готов. Но за идею спасибо, да, попробуем к этому прийти. Ну, в принципе, мы на резервную рорку можем накопать за пару стримов, так скажем, да? Не торопясь. Поэтому цель такая тоже есть, мы ее закроем. А будет резервная ророчка, так мы там с вами, го-го-го, мы даже бейтить будем на PvP, чтобы... Всем было весело и интересно. Так, Сидж уже скоро выйдем. Давайте сейчас сделаем пока вот так. Ну нормально, мы 700 лямов здесь собрали. В целом вообще неплохо. Ларжовый график себя оправдал. Так, я сейчас сразу тогда убираю. Убираем мерк, мы подберем орочкой, сейчас прилетим чуть попозже. Юра, а это у тебя марафон или просто стрим? Нет, сегодня просто стрим, не марафон. Нет. О марафоне вы заранее узнаете, за несколько дней будет объявлена премьера на ютубчике. Когда я все приготовлю, подобью свой рабочий график, чтобы меня никто не отвлекал. У меня действительно было 24 часа. Тут еще нужно подумать, просто в какой день это делать. Все-таки хотелось бы и как-то максимально полезно для каналов, да, для моих, ну и для меня, как для стримера, это сделать. Вот, соответственно, я вот думаю, делать это в выходные или в будние дни. Он 100% однозначно будет, такой стрим. Просто мне нужно определиться тоже, когда. Потому что, как вы видите, вот, допустим, сегодня вот суббота. У нас онлайн прям совсем там около минимальный, да? А все почему? Потому что люди, наверное, в субботу отдыхают. Вот. Хотя, давайте посмотрим, что там у нас. Ну, даже у Майера, да, даже у Майера там совсем чуть-чуть. У Биста там 300 зрителей, 390. А, ну сегодня еще Архон стримит. Понятно, все разошлись по топ-стримерам сегодня. Нет, есть газовая аномалька у нас в Гунах. Слушай, я, по-видимому, просто не владею информацией об этом. Ну, честно, я не разбирал, да, как вообще газовая эта штука вся устроена. Так, давайте сейчас я на татарочку перевар, а оттуда посмотрим, куда мы полетим. Включаю варп-двигатель. Так, у нас по аномалькам нету, все, и нормус докопали. Ну, мы сейчас полетим тогда, бельтики покопаем. Бельтики мне тоже нравятся, довольно-таки хорошо они себя... зарекомендовали. Там с бельтика тоже можно 150-200 лямов собирать, тем более у нас воровские стрипы. Ну, кстати, а бельты, кстати, можно копать и Т2-ми. А давайте попробуем. Угу. Да, я сейчас, наверное, проведу эксперимент. Ведь мы же можем покопать бельты Т2-ми кристаллами. Нам-то, в принципе, не важно здесь в этом отношении.
уровень отходов. А нам важно, сколько руды мы сейчас будем прям нормально так этот вытаскивать. Так, парафон не обязательно 24 часа. Можно в формате зачистить, например, 2-3 системы от руды. Нет, я хочу провести стримчик прям вот 24 часа копки. Вот и думаю, когда сделать. А марафон, ну, блин, ну, а так обычно и происходит. Колоссал, Нормус выкапываешь, летишь в соседку. Хотя, вот это интересно, слушай, да, марафон можно в формате зачистки, например, 2-3 системы труды. Слушай, а можно же марафон устроить действительно такой, что мы, допустим, что делаем? Марафон, где мы скапываем все аномальки абсолютно, включая малую залежь, да? Включая малые залежи. И скапываем все астероидные пояса. Вот это прикольно было бы, да. Слушай, это... спасибо за идею, Вась. Спасибо большое за идею. Слушай, это я себе прям вот в голове отмечу, и мы проведем такой стрим. Ну, типа, мы начинаем стрим, у нас есть система, и мы заканчиваем стрим, когда мы полностью ее в ноль выкопали. И аномальки, и пояса астероидов. Прикольно. Слушай, да, но сегодня стрим не про это, но спасибо за идею, сделаем. Газовые аномалии. А, да-да-да-да-да, Вань, и их тоже, все. Я понял. И вот Сокорп у меня, который газом занимается, он про них тоже рассказывал, и их он тоже копает. И на них, кстати, очень тоже хороший доход. Ну, прям очень хороший доход. Я, насколько понял, их даже можно копать на Халках, да? Но он... Не, подожди, он в... В ИХ-шке он копал Т2-ми Вентурами. Мотивирует это тем, что вот в определенном фите он орбитит это газовое облако ими, и непись, которая агрится на эти Т2-ми Вентурки, она просто мажет по ним. То есть, как бы... Непись не может по ним попасть, и он спокойно газ отсасывает. И даже если кто-то прилетает... типа зажопить эти его Т2-ми Вентурки. Получается так, что непись на них переагривается, и они как защитники работают, короче. И тогда подбить сколько по времени, 2-3 системы, и какой выхлоп. И прикольно, и полезно. Да, сделаю. Обязательно. Один из следующих стримов будет в таком формате. Так, что, переобувать, не переобувать? Давайте, ладно, сейчас попробуем какой-нибудь бельтик. Сейчас, короче, копнем бельтик Т2-ми кристаллами. Так, ну тут, конечно, сейчас у меня будет проблема в том, что мы нормусов этих. Так, у нас топлячок есть. Как бы с этим тоже нормально вроде все. О, стопе, давай-ка скинем руду. Сейчас, ребят, секунду. Включаю варп-двигатель. Сейчас, короче, один бельтик скопаем оровскими стрипами. И полетим, второй бельтик покопаем Т2-ми кристаллами. Так, а там неписи-то нету? Это я так... О-хо-хо-хо, ребятушки. А тут прям... Тут прям много так камешков-то. Ну и хорошо, что они все... Они все в моем... Так, без тот, первых серьез.
Тут много, кстати, перекстереса. Тут такая руда неплохая в целом. Ну а сейчас, кстати, засекем, что у нас там получится по этому. Сейчас засекем, за сколько мы его скопаем. Почему она так приходит, что за ними? Не совсем мне это нравится. Так, можешь регрупп сделать? Давайте сделаем регрупп. Ё-моё, я депоху не забрал. Давайте за эпоху слетаем, капец. И вот хорошо вспомнил, а? Не, бывают дни, когда что-то вот в голове мысли одни какие-то крутятся. И тупишь бывает по простым моментам каким-то. Ну камешков тут прям хорошо, и этот перекстереса много, пернита. Блин, уже так хочется производством заняться. Ну аке платить надо, блин. Кстати, кто-нибудь зеленку на карах фармил, но на каре на одной? Насколько, допустим, кара эффективнее мародера? Вот у меня есть голем, и, типа, есть ресурс сейчас и возможность купить нитхагур. И вот на нитхагуре зеленочку если пофармить, как оно вообще? Или ну его нафиг? Бомбадила, привет, спасибо за фоллоу, спасибо большое. Кара хуже мародера. Все, принял. Так, депошечка моя, депошечка. Все, депохочка, давайте. И полетели на пояс. Палом делают 400 в час, на каре где-то 300. Меня больше, знаешь, какой вопрос интересует? Так, давайте-ка я чуть-чуть потише музычку сделаю, наверное, да? Вот чуть-чуть мы от нее отдохнем, пусть она вот так вот фончиком будет. Вопрос главный у меня вот касательно прилета дреда на зеленку. Кара убивает этот дред или нет? Потому что вот у меня сколько раз было, ну раза 3-4 дред самонился. И я чуть не отлетал на големе. Ну прямо чудом, там уже знаешь на каких-то процентах хула короче уходил. Вот. Соответственно на каре ты просто тупо не сольешься, да? Для дреда нужно две кары или мазер, понял. Кара убивает? Ничего не пойму. Нет, ну хорошо. Если, допустим, взять, в пример, есть еще второе окошко на каком-нибудь, не знаю, хурике ДПСном. И, допустим, на мэне ты фигачишь карой. Если ресается дред,
все распиливаешь, начинаешь пилить дреда этого и подгоняешь Хурика, допустим. Тогда получится, нет? Ну, то есть я почему перестал фармить зеленки вообще от слова? Потому что я вот так вот несколько раз чуть не отлетел от... Несколько раз чуть не отлетел от дреда, и мне совершенно перехотелось. Так, делаем регрупп. В Бладах и Кара может уехать, понятно. Не самый, да, лучший регион для фарма. Так, давайте. Фигачим. Ребята, есть у кого-нибудь? Не знаю. Так, пока... Чё происходит? Непись? Непись, ё-моё, непись. Гека, алколюты. И непись сейчас отлетит. Кого она пинает, только не понял. Кого-то пинает? Кого-то пинает, но кого-то не наших, походу. Ладно. Погнали. Начнем с дальних камушков. Вот так вот. Хотя они сейчас, наверное, будут капец быстро отлетать. А эти пойдем вот. Вот так. Вернитик сейчас зацепим. Сейчас засекаем. Так, засекаем. Засекаем время. За сколько мы выкопаем полностью бельт в ноль. И сколько мы с него получим. Я думаю, для сравнения потом копнем это все тефторыми кристаллами. Да что такое? В чем проблема? Блин, может показаться, что это как-то муторно, да, выставляться, но в этом есть кайф. Мазер 100% забирает дреда. Ну, понятно, мазер. А еще если ДДшный мазер, то... Это жесть. А сколько в ДПС в среднем у мазера? Понятно, что от фита зависит многое, но допустим какой-нибудь, так скажем, такой самый ДПСный фит, если его вот взять. Насколько я понял, там 1015, да, может ДПСа быть у мазера. Вывод. Нужно садиться на мазер. А я выучил мазер. Я выучил хель и тефторых этих файтеров.
Стрим с Мазером. Ну, возможно, будет. Его сначала надо купить, зафитить. Это капец. Но я, кстати, попросил Сокорпа как-то показать, как он крабит на Мазере. Я, мягко говоря, удивился. Там пианино похлеще, чем вот я вот здесь вот осьминожу. Там реально, короче, прям надо кликать постоянно в этот... Не тупой, короче, F1 процесс. На карах вся фишка в том, чтобы файтера запускать по орбите, чтобы их не убивали. Стрим как будут лопать Мазер. Ну вот, кстати, с Мазером, да, может все печально закончиться. Ввиду в целом моей неопрятности к этому всему. То есть... Не неопрятности, а... Неаккуратности, неосторожности. Много ошибок допускаю. Так, а все, да? Сейчас вот тут только еще. Все, расставились. Понятно. Все-таки надо лопаты не на орбите держать, а прям апроучить. Погнали дальше. А, тут уже часть камешков отлетела, походу. Тоже руда, кстати, вот так вот примерно мельком смотрю. По объему карго. Неплохая руда. Погнали. Что такое? Надо сразу все. Тоже эффективность. Но я с контейнером как бы... Какой, наверное, стрим третий копаю. Надо сразу лопаты делать approach на контейнер. И все. И без всяких там этих перегруппов, регруппов. Потому что... Нету точности в этом. Если они орбитят рорку лопаты, то... Она может быть рядышком, лопата с контейнером, а может быть совершенно не рядышком. Вот, вот то, о чем я говорил. Так, а я прошлую перезапустил. Все отлично. Некоторые камешки уже у нас отвалились. Окей. Так, почему? Почему ты опять отъехал от нее? Что за непослушные лопаты? Так, аррорка у нас. Да ты вот отъезжаешь, опять она куда-то летит. Непись опять. Ну, а тут, кстати, на болтах прикольно, что может прилететь конвойчик. Когда конвойчик прилетает, это довольно-таки приятно. Да, камешки капец отлетают прям один за одним.
залежи руды исчерпаны. Я не пойму, почему так происходит, но не с первого раза стрип включается. А, она просто отлетает, да, камешек сразу. Ну вот, да, есть такое, что камешки намного меньше, чем те, которые у нас находятся в аномальках. Но, как я и говорил, тут зато не скучно. Тут какой-то вот такой вот движняк постоянно, да, ты там перелочиваешь. Наверное, все-таки, опять же, и в бильтах здесь с Т2-ми кристаллами, наверное, делать нечего. Там много будет отходов, опять же, да, мы мало будем собирать. И, соответственно, отлетать камушки будут прям вообще. Не зря все-таки были в игру введены эти оровские стрипы. Потому что они реально эффективные. Ну, вот такой процесс. Мне, кстати, вот так вот для разнообразия нравится. Особенно вот это разнообразие хочется после копки лун. На луну там прилетел, там вообще же как бы... Ну, кто в курсе, тот в курсе. Там прилетел, ты даже, грубо говоря, ну так очень редко камни перелачиваешь, потому что они там овер большие. В игре выбивало то, что с русским языком, это как раз таки на трансляцию биста. О, наполнили. Что-то я забыл, что он у меня не бездонный. Так, давайте сейчас сразу прожмем. И у нас получается что? 47, да? Ну, и процесс еще идет. То есть руда есть. Примерно, наверное, лямчиков 100. Здесь лежит. Залежи руды исчерпаны. Залежи руды, залежи руды исчерпаны. Смотрим локальчик обязательно и мониторим. Спасибо большое. Да, соревнования по покупке бильтов. О, конечно. Thank you.
исчерпаны. Залежи руды исчерпаны. Залежи руды исчерпаны. Так, докапываем, да, мы, получается? Мы докапываем. Так, я этот крайний камешек. Нет, ну мы один камешек все-таки оставляем. Почему? Потому что пока мы ждем. Все, ладно, мы. Все, наверное, понимают, да, зачем я оставил этот один камешек? Он нам погоды никакой не сделает. Это все-таки не... Эй, давай ты не копай его, пожалуйста. В чем суть идеи? То есть камень этот... Никто не должен рыть, все хорошо. У меня он залочен роркой. На случай, если вдруг меня каким-то образом здесь дропнут, чтобы я мог вставать в панику. Ну, общая такая задумка у меня такова, что все-таки надо оставлять в бильте. Так, сейчас, секундочку. Провтыкал чатик немножко ваше сообщение. Сейчас на мазе крабят маяки только. Да нет, и зеленку тоже. Мазер это не пианино, натуральный рояль. Да, согласен, я просто посмотрел, как на нем фармят, и прифигел чуть-чуть. Там реально непросто. Иногда не только конвой прилетает, а и дред, и титан. И такое бывает, да. Но насколько я знаю, дреда рорка оттанкует. А бывает и просто лопаты способны слить мастер. Да. Юр, кстати, слышал не раз про конвои на Белтиках и то, что их фармят. Но не смог найти видео про это на Ютубе. Можешь рассказать, что знаешь про это и как, на чем их фармят? Да, берешь праксис любой ракетный, более-менее ДПСный, и начинаешь гонять бильты. Летаешь по бильтам и уничтожаешь неписи. Нет-нет, тебе резается, получается, конвой. Там, как правило, двух... 2-3 индуса получается с рудой. Причем руды там, ну, так, нормалюк вообще. Так, а где депоха моя, я не пойму. Я что, не выкидывал? Я же выкидывал депоху. А, нет, я не выкидывал депоху, все понятно. Вот, и получается летаешь, просто тебе надо, получается, фармить непись на бильтах. Не в зеленке, а в бильтах. И есть какой-то шанс, что тебе заресается вот этот конвой. Если конвой ресается, можно там 120, там бывает 200 миллионов, ну, в исках, там, тританиума. А если, а бывает, что ресается, допустим, конвой, который морфит перевозил. И там морфита может быть на лярд, на полтора лярда. Ну, короче, тоже такая, ну, довольно-таки выгодная тема. Так, у нас еще один нож. Давайте, кстати, я же хотел прикинуть по Джанису. Сейчас я по Джанису прикину, что у нас получилось. А получилось у нас... Получилось у нас накопать 73 ляма. 73 ляма, так, мы сейчас что-то с вами чуть болтаем, за 15 минут. Потому что 23.40 я начал, и было 2 минуты. Короче, за 15 минут 73 ляма.
Если вот мы сейчас, грубо говоря, 4 такие итерации проделываем, 4 умножаем на 73, у нас получится доходность. Блин, ну совсем, короче, невкусно, вообще невкусно. Блять, линки, спасибо. Опять. Вот все, короче, закончил копку, линки вырубил. Я не знаю, почему у меня такая проблема с этими долбанными линками. Так, давайте на татарочку. Включаю варп-двигатель. Выкинем, ну. Не знаю, даже сейчас что-то нету системок. Оровские стрипы всегда были, но до реворка кристаллов они никому не нужны были. А потом все стрипы испоганили кристаллы, и оры стрипы стали актуальны. Да, к сожалению, а может и к счастью, я не застал тот момент, когда ты вторые кристальчики были хороши. Убирай рорку до того момента, когда кончатся камни. Убирай рорку до того момента, когда кончатся камни. Лёш, не совсем понял, в смысле как. Ты имеешь в виду, камни кончаются, ты... Ну вот как вот тоже вот в такой ситуации? Остается два камня, мне выходить сижа улетать? Да мне кажется, просто один камешек оставлять и все, его не трогать. Самый дальний камешек, его просто не трогать, все. Тем более в бильтах. Блин, а почему так мало? Я что не понял, смотрите, получается 300 лямов, да, 200, подожди, 73 миллиона. За 15 минут мы сделали. Мы 4 таких итерации можем провести. 200, даже 300 лямов нету. 292 миллиона мы в час, да, вот таким вот макаром сделаем. А копая колоссал, мы за этот же час делаем 1 миллиард 250 миллионов. То есть, грубо говоря, почти в 6 раз выгоднее копать аномальки. Возможно, давайте сейчас, я не знаю, сейчас давайте другой еще копнем. Сейчас я руду выгружу. Ну, да нет, покусанный, как покусанный? Тут вот, чё-чё, я прям вот 100% уверен, что здесь не копали бильты. Это могу делать только я, наверное, во всех гунах. Копать бельт на рорке. Так, а кстати, а что если мы слетаем куда-нибудь типа на медиум астероид кластер? Что там, совсем мало? Или малое? Ну давайте медиум вырвем. Включаю варп двигатель. Полетим, попробуем. Включи себе рубать линки вместе с прессом. А, я так запоминал эту тему. Да-да-да, вот надо какой-то триггер. То есть, да, себе привычку выработать, да, что отключаем линки. Нет, я же, допустим, даже щелкаю выйти из сиджа. Вот сидж. Вырубаешь сидж, вырубаешь линки, все. Не, Вась, точно не покусанный. Бельт этот не мог быть покусанным. Это вот, на это вот прям я 100% уверен.
Так, сейчас, кстати, надо будет сразу рапиру. Ой, какие тут маленькие. Смотрите, какие маленькие. Камешки прям совсем малюсенькие. Опа, красота. Так, у нас крайний остался, кстати, этот. Так, рапира пришла, нет? А, все, сейчас рапира придет. Че, погнали? Блин, опять мы куда-то поехали. Почему она куда-то едет постоянно? Сейчас я секундочку рапирку отгоняю наверх. Все хорошо. А, тут вообще тоже, короче, это по типу бильта, короче, будет, я так понял. Что-то у меня такое подозрение, что сейчас тут вообще очень быстро все отлетит. Что-то у меня такое смутное подозрение, что тут совсем мало руды. Посмотрим. Вот что. Спина затекла. Блин, надо будет прерваться на лечиёчек. Сейчас докопаем, вот этот выкопаем. Я, наверное, родик этот чаёчек себе налью. Все, осьминог распускает щупальца. Пошел. Люблю я это дело, люблю я майнинг. Знали бы вы, как я тащусь от всего вот этого происходящего. Почему CCP... не устраивает действительно какие-нибудь турниры покупки. Ведь тут тоже же можно... ладно, мы упираемся, допустим, там в эффективность, это одно. А вот этот менеджмент, переключение до лопаток, это может тоже означать, допустим, какой-то скилл. То есть кто-то, допустим, там циклы пропустил или там в рецикл не зашел. И все, и на этом будет определяться победитель, кто лучше всего может менеджмент свои окна.
Я бы с удовольствием в таком турнире бы принял участие. Куда написать в CCP, чтобы они провели турнир по майнингу? Как вам идея? Так, нам осталось 4 лопатки выставить. Там ребята с Акорпы смотрят этот... турнир похлеще футбольных болельщиков переживают. Ну, кстати, вот по ощущениям, я думал, камешки будут прям отлетать. Они что-то такие маленькие здесь, вот, да, иконки. Они отлетают? Нормально. Мы уже сейчас, считай... А, ну вот, первый отходит. Так, а отлетело у нас вот здесь, да? Все, сейчас переставимся. Скорее всего, отлетел какой-нибудь амбер. Мы же копали амбер. Ну да. Или этот Перекс РС. Слушайте, а правда, а чего этот такое фи у меня, допустим, частенько с Акорпы делали? А, вот все это. Вполне можно копать и вот этот медиум и ларж. Вот ларж мы выкопали, считайте, там больше 700 лямов было в нем. И как бы камешки все близко расположены, не знаю. К чему такое пренебрежение было? Ну тут, конечно, сейчас может быть поменьше, но прикинем, да? Этот. Так, арпирочка сейчас... Так, все, рапирку уводим. Погнали дальше. Ну, почти. Ну, уже 48 лямчиков. Уже 48 лямчиков. Нормально. Ну, то есть я объясню, почему я негодую, да, чуть-чуть. Негодую в плане того, что я такое не раз слышал, и я почему-то так же стал делать, типа, если нету колоссала и энормуса в системе, я, значит, считаю, что система выкачанная, ну, типа, не подходит для копки. Но практически всегда, сколько я видел, есть и large, и есть и вот этот medium. Есть и large, и medium. И как бы они тоже капабельны. Нормально у них все. Все.
Пропирку увели. Камешек отлетел, да, один? А чё здесь? А, все, все, все. Все, пошли дальше в цикл. Уже почти второй, да, мы по этот. Сейчас пожмемся. Хороший график, мне нравится. В принципе, можно копать. Пусть там 1,2 миллиарда, конечно, будет, как в Колоссале, но... Я говорю, Ладжовы мы собрали там больше 700 лямов. Ну, да, может, там 760, если по Жанису считать. И сейчас, допустим, вот этот медиум, да? Мы же медиум копаем сейчас, секунду. Да. Медиум, астероид кластер. А, тут, кстати... Тут и меркоциты камешек есть. Так, ну мы сейчас, наверное, чтобы они зарезались, сейчас докопаем. И пересядем на орку. Возьмем, наверное, лопаток 6. И полетим, соберем меркоцит. Нормальные камешки. Юра, ай-яй-яй, почему Рорка не залочен камень? Кстати, да. Ну вот, кстати, что удобно в этих... я мерк удаляю вот отсюда с вкладки. Так, сейчас я секунду перекину, объясню. Чем мне нравится копать аномальки? Потому что вот вкладки, в которой я сейчас в основе копаю, там я убрал мерк оттуда вообще. И, соответственно, все лопаты у меня тоже, они мерк не видят вот вкладки, в которой копаю. И, соответственно, мерк у меня на отдельной вкладке, и там только мерк, да? И тем самым я избавляю себя от этого вот геморроя, что случайно я вырою тот камешек, который залочила Рорка. То есть вот здесь вот меркоцит есть, но здесь кроме меркоцита уже нету другой руды. А здесь уже вся другая руда, но нет меркоцита. Я роркой залочил, и все, и спокойненько... Спокойненько копаю. Это, ну, реально удобно. Ну, хотя такая же система и в бильтах может быть. Но при учете, что в бильтах есть меркоцит. Ну, допустим, в моих бильтах есть меркоцит, и я там тоже могу пользоваться такой штукой. Залежи руды исчерпаны. Уже по чуть-чуть отлетают камешки. Кстати, да. Кстати, на всякий случай.
Ну. Третий, да, уже? Третий конт мы уже прожимать сейчас будем. Залежи руды исчерпаны. 164 ляма уже собрали. Нормально. Что-то прям точило так. Хорошо. Короче, я заметил, знаете, такую штуку, когда копаешь больше двух часов, это похоже очень на медитацию. Вот прям вот как медитативный процесс такой. Он успокаивает нервы. Вот если что-то у вас какой-то нервный рабочий день был, что-то вас беспокоит, открываете Еву. Загружаете лопатки, начинаете копать и погружаетесь в этот транс, в медитацию. Просто кто вообще в целом медитацию практиковал хоть раз? Может быть, с четками, может быть, просто медитацию, да? Вот очень похожее вот состояние, когда мозг у тебя не занят вот этим мыслительным процессом в плане там внутреннего диалога, да? То есть внутренний диалог весь останавливается, и ты вот полностью погружен в процесс вот этот. Процесс копки. Это на самом деле кайфово. Круто. Просто я медитацией в целом увлекаюсь, и у меня есть четки. Просто там нет-нет, где-то там в рамках занятия йогой медитируешь. И могу точно сказать, что очень похожие ощущения сосредоточенности вот этой. Ну, интересное для себя сегодня открытие сделал. Вот хорошо даже, что выкопали колоссал Энормус у нас тут. Я бы тогда не узнал об этом, что вот можно вот так вот копать медиум и копать ларж, и в принципе получать нормально денег. Отлетают эти. А, все хорошо. Вот. Ну, уже четвертый, да? Четвертый. Короче, жизнеспособная тема. Копается все. И ларджовый, и медовый. Вообще без проблем. Уже почти 250 лямов. А сколько у тебя лопат, Кент? У меня 12 лопат, 12 халков. Ну, этот вот тот оптимальный порог, который я достиг. Больше уже будет неудобно. Больше уже и ты оконки, и вот эти вот не разместишь и в превьюшке. Это будет просто уже жесть какая-то. Вот. А так вот 12 самый оптимум. То есть больше уже это будет, ну... Просто не будешь успевать их эффективно все менеджментить. Особенно, когда нейтрала в локале. Да. Да. И потом приходит сынка под бок. Хаюшки, как оно ничего? Дядька, здорово! Здорово! Блин, ну все лучше и лучше. Спасибо большое. Ты как сам? Что-то пропал?
пропал и не пишешь и не стримишь. Ну ты, наверное, как и я, это был отпуск. У меня тоже отпуск, плюс потом какие-то дела и так далее. Я вот на добрых 2 месяца отошел от стримов на летнее время. Ну вот сейчас уже как бы возвращаюсь, так скажем, в колею. Так, ну вроде как нормульчик. Я писал в Диси, можешь, пожалуйста, скинуть фит на пропоис для бонусов в нулях? Да, да, скину. 12 месяцев основным? Нет. 13 окно — это рорка. 12 халков? 12 халков и рорка дополнительно. И еще 14 окно — это рапира. Рапирой делается бука выше или ниже, там на 300 километров. В случае, если будет ганг, я как бы должен буду рапиркой туда наварпать на эту буку и по команде ФК из флота спасения прожать цину, чтобы они прыгнули прям, ну, и вышли ко мне, грубо говоря. Просто если там рорки совсем-совсем плохо, там и факсы прокидываются, ну, так этот серьезный, в общем, процессик такой. Я так подозреваю, что large плюс medium равно колоссал. Мы сейчас посчитаем. Мы сейчас это посчитаем. Но я скажу так. Камешки все аккуратненько. Ну, вот единственное, ларжовый, да, там камешек один далеко. Тут я так скажу, что камешки все удобно расположены. Я, честно, не понимаю, почему я раньше их не копал. Ну, я послушал дядек майнеров, да. Посмотрел, как они делают, и стал делать так же, не изучив этот вопрос. А на самом деле-то что не копать-то, господи. Тут система, если видать, прокачанная, риги стоят. Очень даже неплохо. 5-й мы вытаскиваем уже отсюда в контейнер. Но пока все похоже ведет именно к тому, да. Так, у нас крайние 2 камешка. И тогда уже полетим подбирать. Не понял. А. Все, отлетел. Но что хочу сказать? Чуть-чуть поменьше. Чуть-чуть поменьше. Хотя мы сейчас еще не, нет, не прикидывали. Я же там по Джанису считал. А тут я сейчас считал по этот. И я примерно сейчас прикину. А у нас, кстати же, все. У нас другой руды и не было. Все понятно. Сейчас мы точно цифру посчитаем. Large плюс medium. Ну, лярд, по-моему, должен быть. Вот. Что-то по каким-то субъективным ощущениям лярдик должен быть оттуда и туда, то есть. Все отлично. Так, сидж офф, линки офф. Вот сразу я цепляюсь за линки. Если я выхожу с сиджа, значит, я должен выключить линки. Так, наверное, будет правильнее. У нас еще сейчас есть время поскидывать все. И прожать. Так, все проскинули. Давайте-ка заберем. И прожмем. Так, 302. Это по здесь, по оценочной. Это, наверное, где-то 340. Так, рад, что все отлично. Я был в отпуске, до этого работа. Сейчас опять работа. Думаю, как дальше развиваться профессионально и финансово. Ну, супер, 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 дядька. Но я тоже, видишь, как бы профессионально словил потолок. Именно в финансовом плане. Именно в той деятельности, которой я занимаюсь.
И почему-то, не почему-то, я уверен, что YouTube как раз-таки то, что уровень дохода повысит кратно, потому что здесь потолка как такового прям совсем нету. Дай бог, все получится. YouTube, Twitch. Очень бы хотел, чтобы это стало прям основной деятельностью, которая приносит доход хороший. Так, давайте быстренько по Жанису я прикину. Здесь мы копнули 345 миллионов. Если репроцессить. Ну, 345. Почему нет? Ну, это что, удобная расстановка, как бы прилетел, все, покопал. Будем продолжать это делать. Так, давайте сейчас. Полетели. А стоп, не полетели. Сейчас сначала шлепнем. За собой почистим, так скажем. Вот так вот. А нет, не секрет, у меня веб-студия своя. Я занимаюсь разработкой, поддержкой сайтов. В основном это сейчас госсайты. Также делаю, ну, для частников, но не просто сайтики, а какие-то сложные системы интернет-решения. Ну, крайний крупный проект я запустил на базе веб-приложения. Короче, есть сеть кинотеатров, вот я полностью построил им билетную систему. То есть это и места кассиров, и покупка билетов онлайн через сайт, и система отчетов, система интеграции с EAS Rentrack. Вот это вот все вот комплексно абсолютно. Всю сеть кинотеатров с нуля разработал для них. Вот это программное обеспечение я запустил. Ну вот, но все равно там есть потолок. Вот даже если брать, вот, например, разработку, даже сейчас, если прям, ну, сделать это на каком-то крупном, в крупном плане, да, допустим, там большой штат раздуть, агрессивный маркетинг, ну хорошо. Но делать даже там, не знаю, 20 сайтов в месяц, вот каким-то таким, да, пробегом, это потолок. Ну потому что больше ты не сделаешь. И в этом цели нету. Да и столько и не будет там, на постоянно. Есть какие-то дорогие делать проекты, ну да, есть смысл. Но не туда уже как бы, ну, очень тяжело залезть без связей. Это я имею в виду какие-то вот, ну, крупные структуры, которые готовы осваивать там бюджеты там большие там на команду разработки. Ну то опять же, вот в этом случае ты как наемный рабочий по сути являешься, вроде, да, как. Много нюансов, вот. У меня вообще в планах на дальнейшее, допустим, вот до конца года также будут вводиться стримы еще помимо Евки. Обязательно будут стримчики про программирование все-таки. И я начал уже делать свой курс. И да, я буду через ютубчик продавать курс по легкому входу в веб-разработку, что любой, пройдя мой курс, сможет там буквально там за две недели все ключевые моменты вникнуть и начать уже работать там с первыми клиентами. Я не говорю, что веб-разработка плохо, вот говоря, да, что я все-таки хочу как-то профиль поменять. Я говорю о том, что с течением времени ты ловишь свой потолок, в который ты упираешься. Вот я уперся, но я к этому шел с 2009 года, грубо говоря. И сейчас уже хотелось бы на совершенно другой уровень финансов выйти. А возможно, мне просто чуть-чуть поднадоело это, я бы уже хотел бы... Как... Я говорю, тот же самый курс, тот же самый Twitch, тот же самый YouTube. Это то, чем я хочу заниматься вот в ближайшие там 5 лет. И вижу в этом большой доход. Если перевести в доллары, Вань, там получается
Давай я так скажу цифру в год. Я уперся в потолок в районе 100 тысяч. Ну, то есть вот оно варьируется где-то от 70 до 100. Вот крайние там, допустим, там 3 года. Ну, то есть это вот то, когда ты вот эту грань уже знаешь, то есть вообще сутками заниматься одним вот тем же, с работы не вылазить. Я как бы тоже такого не люблю. То есть вот та комфортная грань, вот она вот она есть. А хотелось бы и миллион, и полтора, и два в год получать. Нет, можно еще, конечно, расти. Можно расти. Можно прям очень сильно там с этим заморочиться. Потолки на самом деле-то и повыше есть. Ну просто, возможно, именно там, где я живу, с этим чуть-чуть проблематично. Но опять же, я говорю про госзакупки, в свои проекты уходить. Вот курс, допустим, тот же самый, это свой проект. Плюс у меня контентные проекты в виде своих сайтов вот сейчас неплохо растут. Один криптопроект, один новостной. Плюс вот сейчас ютубчик, да, 1000 подписчиков набрали, там монетизацию уже одобрили, включили. Постепенно. Главное, ребята, что-то делать постоянно, не сидеть на месте. Что-то постоянно делать и, возможно, создавать еще с разных источников доход, чтобы как не держите яйца в одной корзине. Не зря же говорят. Привет. Иногда пропадает звук. Это у меня дома. Нет, это сейчас что-то тупил YouTube. Я видел это сейчас по статистике. Немножко был обрыв связи, да. Вань, если уйти с разработки в руководство, ну, у меня сейчас практически так и происходит. Вот на данный момент у меня так и происходит. То есть я сейчас какой-то рутиной вообще не занимаюсь. У меня есть отдельно контентчики, есть отдельно дизайнер, есть отдельно верстальщик, есть отдельно программист, вот на такие рутинные моменты. Я, как правило, если мы берем какого-то частника, чем я занимаюсь? Я занимаюсь проектированием, то есть, ну, как бы, и product management. Я какие-то сложные вещи сам могу реализовать, потому что мне это интересно и хочется, как бы, быть на плаву. Но потолок есть в угоду того, что, во-первых, это... Нет, если, конечно, работать на... Да, можно тему развить, но, опять же, смотри, на поток. Заказы на поток. Штат и так далее. Ну сколько? Ну 20 сайтов в месяц. Но и то, это нужно с клиентом отработать, его нужно договора заключить. Это тоже лишнее, да, там. Ну и хорошо, сколько 20 сайтов этих? Ну, давай, если прям вот прям очень хорошие клиенты попались, по $1000. По $1000, вот представь. 20 тысяч долларов, допустим, да, в месяц ты получаешь. Это при очень удачном там стечении обстоятельств. Но у тебя, чтобы вот эти 20 тысяч, 20 сайтов в месяц отшлепывать на потоке, у тебя должен обязательно быть бухгалтер, юрист, который будет заниматься документами, да, подписанием. У тебя должен обязательно быть сотрудники полного цикла. То есть это дизайнер, верстальщик, в идеале фронт-энд разработчик, бэк-энд разработчик. Ну ладно, мы их убираем, мы делаем одного фулл-стек разработчика, да? Плюс еще product management, который будет все этапы и части этого. То есть уже 6 рабочих единиц, да? Ну вот... Чтобы более-менее нормальная ЗП-шка была, но надо тоже людям платить. Плюс, ну короче, и так вот в это все упрется. Ну будет там, я не знаю, там не 100 тысяч в год потолок, а будет там, ну даже 300 тысяч в год. Но это не те деньги, которые как бы уже, если делать левелап в этом, ну в моем понимании, уже делать левелап такое, что вот, допустим, было 100 тысяч, стало миллион. Вот это да. Привет, что за карпа? Возможно вступить? Конечно, возможно. Карпа называется Ministry of Offense. Сейчас я покажу. Вот наша корпорация. Вот к этим человечкам in-game стучись, пожалуйста. Они дальше все объяснят тебе. Это наши рекрут-офицеры.
они все объяснят, как вступить, какие правила, что нужно сделать. Карпа топовая в гунах по, ну, среди русскоговорящих. Ну и в целом абсолютно адекватные ребята, суперский ЦЭО. Будем рады. Я тебя спрашивал на другом стриме, проигнорил. Цвет, блин, сорян. Ну, возможно, на прошлом стриме там вообще было сумбур такой. У меня голова вот так вот кругом ходила. Поэтому, если я где-то не увидел твое сообщение, сорянчик. Но тоже чатик так бегает. Можно там, не знаю, если прям хотите, чтобы 100% я прочитал, когда в чате большой сумбур. Всегда можно там 50 рублей донатиком кинуть, и сообщение ваше высветится здесь у меня. Его я 100% увижу. Думаешь, на Ютубе можно делать лям в год? Дядька, на Ютубе можно делать очень много. Больше ляма в год. Можно делать и 10, и 15. Но опять же, как подходить к Ютубу? То есть, если рассчитывать только на монетизацию, которая идет, да, там, за показ рекламы, это нет. Но если комплексно, включая, допустим, на каналах от где-то 25 тысяч, если по аналитике брать, там уже будут сами на тебя выходить и рекламные интеграции. Допустим, на канале Миллионники, если у тебя миллионник, там, ну, довольно-таки дорогие они. Но на самом деле там вот бывают интеграции там по 700 тысяч рублей, там по 1,5 миллиона рублей. В зависимости, да, опять же, от тематики канала и его объема. Действительно активной аудитории. Но это имеет место быть. Плюс ты можешь заняться дропшиппингом, либо продавать через YouTube как эксперт свои продукты. Те же самые курсы, вот как я нацелен. Короче, давайте так. На неделе обязательно будет в дневное время стрим. Именно мы его или ИРЛ сделаем, или по веб-разработке. И там я детально вот эти вот темы объясню, потому что ребятам из Евы, наверное, мало интересно то, о чем я сейчас говорю. Но обязательно эту тему поднимем, Вань. Я думаю, многим будет тоже интересно. Там еще ребята подтянутся с этой сферы. Расскажу, потому что я сейчас нахожусь в... Как сказать, вот в этом в этапе трансформации переходного периода туда. Я столько про этот YouTube изучил, я столько перелопатил информации, я столько переплатил аналитики, что у меня четко есть картинка. Да, этим нужно заниматься, это нужно развивать, и это очень большие перспективы сделать это в лапа финансов. А все остальные детали раскрою, ну, объясню на следующем стриме, именно посвященный этой тематике. Ну и сделаем реал стрим и поболтаем. Так, давайте подберем мерк. Разрешение получено. Мерк подберем. И может что-нибудь зарезается, а может на какую-нибудь луну слетаем. А, мы же хотели посчитать, сколько получился large плюс medium. Чтоб у нас четко была циферка. Так, вот наша руда. Ну, здесь лярд. По факту больше. Сейчас через Джанис я пробиваю. Ну. Кто писал? Блин. 1 миллиард 280 миллионов. Кто-то в чатике писал, что подозреваю, что large плюс medium равно колоссал. А так и есть. Ну, то есть, и выкапывается, в принципе, на изи быстренько. Поэтому, ребят, кто игнорировал, как я, там, вот этот ларжовый график и медийный график, medium график, ой, график, копайте. Они выгодны, реально. И копаются легко. Ну, блин, что, лярд 200 лишний, что ли? Я думаю, абсолютно не лишний. Ну, чётенько же.
Так, и сейчас мы еще мерк не подбирали. Сейчас мы еще мерк оттуда подберем, и будет вообще сказка. Так, но перед этим мне надо закинуть топляка. Топляка. Так, и мне надо закинуть энормусы. Они у меня есть. Че, кончились? Блин, на конте. Сейчас контов привезу. Не, ладно, сейчас. Все потом. Гоша, все потом. Так, сейчас я быстренько перефичу. Круто. Я с радостью и удовольствием буду наблюдать за твоим развитием в этой сфере. Спасибо, спасибо, Вань. Добавь оповещение в телеге о стримах, а то в Дискорде не могу видеть. Слушай, оповещение в телеге. Это через бот какой-то делается? Нет, я добавлю, конечно, через бот, да, наверное, какой-то оповещалку эту кинем. Окей, хорошо. А пока поставим. Угу. А сколько там? Там три камешка. Может, много лопаты не брать сейчас? Три лопатки, да, возьмем? Или шесть возьмем? А, наверное, три возьмем, не будем заморачиваться. Эти удобно будет прогонять. Чтобы потом не перефичивать, а то там на 4 камня столько много лететь не будем. Все, давайте на 3. Я писал, но это как бы само собой подразумевалось, но приятно, что не ошибся. Блин, да, прям вот, ну, прям, ну, грубо говоря, копейка в копеечку практически. Ну, я, кстати, о, и колоссал резнулся. Отлично, отлично. Включаю варп-двигатель. Резнулся колоссальчик у нас. Сейчас мы мерк отсюда заберем, чтобы они тоже эти зарезались, обновились гравики. И полетим еще на колоссальчик. А что-то Twitch совсем отвалился. Что происходит, я не помню. Все нам этот на турнир ушли. Вот, ну, она, да, то, что в мультфильме, да, играла. Вархонт, Архонт турнир, Бист турнир. И я с одним зрителем копаю. Ну? Так, у нас здесь почему-то один камень. Кто-то уже тут покушал? Почему-то кто-то уже, походу... Или было сколько? Нет, 3 камня было, точно я помню. Было 3 камня. Кто-то похавал, видать. Так, сейчас... Орка долетит. Опаньки. А, стоп. Раздаем бонусы. Сич, я не стою. Сорок один. А вот его и не подобрали этот. Походу тоже как-то кто-то прилетел и быстренько собрал. Да в том-то и дело, да, заметил? Только-только срыли. Кто-то, да, кто-то подлетел и два камня съел. Причем...
два камня, которые... которые были... сразу доступны по прилету. А, тут же сейчас цикл большой еще. Вот удобно у Рорки сделано, что вот так можно отсек быстро открыть у нее. А че, она подъезжает? Ага, подъезжает. Все. И все, вот так потихонечку скидываем. Если нейтральчик заходит, мы быстренько, быстрее лопаток оркой уходим в варп. Кто-то винтурками потачивает. Вот здесь на винтурках, на ретриверах бывает, да, именно мерк подбирают. Ну пусть, может быть, кто-то новенький. Я как бы в этом случае даже оставляю. Так, и что у нас осталось? У нас... А можно не этот, не мютить. У нас все, ларжовый мы спилили. Медовый. Полетели, там камешек подберем. Ну что, кстати, интересно. Я так подозреваю, что вот эта вот иконка, да, камня. То есть я думал, что если большая иконка, камень здесь большой, значит он по объему большой. Если иконка маленькая, значит это совсем там по объему маленький камень. А по факту получается не так. По факту получается, мы сейчас медовый копали, и там все иконки были прям мизерные. А руды там нормально в нем, блин. На КТА, говоришь, летал? Конечно, летал. Норму папсов в этом месяце уже закрыл. Фитворки. Танковочка. На дрончике, потому что мы этот такой лайтовенький, это не там именно чтобы джекичанить, грубо говоря. То есть я как бы смотрел, что к чему. Но мне нужна была именно такая ворка, которая очень быстро уходит в варп и имеет таргет пейнтер. И танкует непись. А непись бультовая, она танкует вообще без проблем. Вообще на этой орке летаю... с бильтов собираю мерк. Очень удобно. Ну вот сейчас посмотрим камешек этот. Вот он тоже по иконке там совсем мизерный, прям вообще как будто кроха. А сейчас по факту будет, блин, нормальный объем с него выкопается. Это иконки немного не то означают, что ты думал. Иконочки. А что они означают? Но я всегда думал, что вот этот вот, вот эта иконка, ее размер, они же есть вот маленькие, а есть прям большие камни, да? Вот на 10 иконки. Я думал, чем больше вот этот камень на иконке, тем значит жирнее камень, тем больше в нем объема руды. А по факту получается совершенно не так.
Ну, как я и говорил, да, уже мы нормально там собрали отсюда. Ну, мерк, кстати, мерк. Да, доходная руда. Найти бы, блин, найти бы какую-нибудь такую аномальку, где будет чисто мерк. И так, 1,3 миллиона кубов. Вот было бы здорово. Там в описании камней это написано. Там плюс 5, плюс 10 и плюс 15% содержания минералов в камне. Не, по-моему, Руби, по-моему, что-то ты тоже не то понял. Ты имеешь в виду, типа, кританы, тип руды, я понял. Есть, типа, просто вельдспар, есть там какой-то там пласиоглаз, ну, короче, какой-то там еще вельдспар, там, концентрат вельдспар. Ты имеешь в виду это? Ну, нет, иконка, по-моему, это не отображает. А подскажи, чтобы на капиталах у гунов нужно на папсы летать. Есть такая фишка, обязаловка? Нету. Нету такого. Есть просто вот если... Если наша карпа... Так, у нас, по-моему, все, да? Да, колоссальчик... Полетели. Включаю варп-двигатель. О чем я? А, про папсы. В нашей карпе вступайте. Вот 5 стратегик папсов в месяц. Как вы ты сделаешь это? Повисишь бихайви на факсе. Какой-то вылет произведешь. Не знаю, полетаешь по пингам, абсолютно неважно. 5 папсов сделал, все, к тебе все обязательства папсов закрыты. Кстати, если у вас закончится омега на 10 дней до 20 числа, то ее можно будет заново продлить на 10 дней? Может, кто-то не знал? Кстати, если у вас закончится омега на 10 дней до 20 числа, ее можно будет заново продлить на 10 дней. А как ее продлить заново? Подожди. Привет, привет. Фрибрейн, как активировать заново? Если у тебя 6 чаров, то вылет засчитывается одним чаром? Нет. Нет. Если ты, допустим, там двумя-тремя чарами, так с каждого будет по папсу. Но там есть ограничения. По-моему, не больше 3 папсов за раз или что-то такое. Какой-то есть такой прок, чтобы... Ну, понятно, что хитрых и умных людей много. Разрешение отказано. Блять, опять линки я не выключил. Что за... Просто бывают такие моменты. Блин, я же уже слил даже орку так. 6-ю. Можешь сразу всеми полететь и сразу получишь 6. Нет, там же есть ограничения. Руби, по-моему, есть ограничения, если не ошибаюсь. Нет, ну вот допустим, смотри, вот у меня лопата, она как раз таки на 10 дней прокачана. Вот я за магазин роскоши подхожу. Где здесь 10 дней? Я их один раз купил, все, они у меня пропали отсюда. Как второй раз активировать? Может, я что-то не знаю просто? Может, она куда-нибудь вниз укатилась? Да нет. Ну хорошо, услуги, давай, зайдем в услуги. Стартовый набор. У меня просто пропала эта штука 10 дней. То есть она вот здесь вот была. Я за 10 плексов купил. Вот у меня там 15 плексов осталось. Как на 10 дней еще раз продлить? А, если закончилась. А, понятно, у меня она не закончилась.
Ну ладно. Че там, линки все? Выключились. Разрешение получено. Давайте снова перефит. Перефит. Так, а если я вот так сделаю? А, все отлично. Окей. Так, нам надо сейчас слетать за этими, за контейнерами. Сейчас первым делом я этим озадачусь вопросом. Все остальное у нас зафичено. Давайте скинем, кстати, мерк. И сразу пожмем его. Так, ангарчик флота все у нас пустой. Где-то... Это Алексия. Зачем мне Алексия? Пустой. Все окей. Сразу пожмем. Куда? Так, на чем привести? Так, Пэлма, у нас это что? А, это планетарка, да? КамАЗ. КамАЗ, так, секунду. Что тут по фиту? Блин, а этот далеко не уедет. Ну и хрен с ним, ладно, полетим так. На страх и риск. А, стопы. Ха-ха. Нет. Короче, столько бывает иногда волокиты. Ахаха, у Немарио продлили стрим на трое суток. Плюс $750. Чего? Ему задонатили $750? Да ладно, на трое суток? Да ладно. Аж это жесть. А, точно, 77 тысяч рублей. Ну, курасава, блин, очень за него рад. Очень за него рад. Это прям... Это прям круто. Так, что-то какая-то беда с ОБСом. Что-то кто зависло опять, ё-моё. Сейчас, народ, сейчас одуплится. Такое бывает.
Так, без паники, сейчас стрим очухается. Не, нифига там ему накидывают. Ты прикинь, у него уже 91 тысяча. Бля, Ньюмайер, красавчик. Вот ему сейчас, наверное, приятно, здорово. Представляете, какая мотивация будет продолжать вот это все вот делать. Вообще рад за него. А кто там такой, интересно? Кто-то же один, наверное, на донате, да, там? Да что-то да, ютубчик сегодня прям тяжело. Так, ладно, пока комп очухивается, ребят, я отойду на 2 минутки, заварю себе чайку и вернусь.
Да, ребят, вижу, что-то не отвисло ничего. Я чайку налил. Сейчас будем разбираться, в чем дело. Так, у нас лаги. У нас почему-то все слишком... Но пока все равно еще два минуса. У меня есть время сейчас быстренько восстановить. А почему можно так сильно лагать? Я открыл. Может лагать из-за... Сейчас проблема у меня. У меня сейчас комп тупо виснет. Вот слайд-шоу я тоже у себя на компе вижу. Блин, я так еще хочу покопать колоссал. Что же делать? Так, начал он лагать, когда я открыл Twitch во втором окне. Что-то какой-то перегруз пошел у меня на системе. Перезапустить я сейчас тогда стрим, да, врубится на YouTube и будет новая трансляция. Не совсем, тоже